Всем привет, дорогие друзья, с вами Дима и канал МТГ Сибирь. Сегодня, ребят, у нас очередная колода от подписчика, но на этот раз за донат. Поэтому дека будет вне очереди, как, собственно, у меня на канале и заведено. Итак, это Mono Black Devotion, будем играть сегодня в BO3 и будем играть в формате турнира. Что же у нас тут есть? 4 копии зазубренного скорпиона за Думан 1-2, когда он умирает, оно наносит 2 повреждения каждому оппоненту, и мы гиним 2 хп. Связка котопечки, она пока никуда не уходит, я думаю, в стандарте она будет играть еще очень долгое время. 4 копии Тимарета, избранного в смерти, за 2 маны 2 и X, где выносливость равна преданности черному. За 2 маны изгоните не более 2 целевых карт из кладбищ, мы получаем 1 жизнь за каждую карту существа, изгнанную таким образом. 2 копии нечестивого мастерового за 2 маны 1-1. Получает плюс 1 плюс 1 за каждую карту существа на нашем кладбище. Но не это тут главное. Главное что? Что за 1 ману и X за тап мы жертвуем другое существо. Находим в нашей колоде карту существа с мана стоимостью X или меньше. И кладем ее на поле битвы. Затем тасуем нашу библиотеку. И активировать эту способность мы можем только как сорцери. Это значит, что мы, в принципе, по умолчанию можем любую нужную нам карту найти. Далее. 2 копии смертоносной всадницы. Это наш ремувал плюс крича с лайфлинком, который, кстати, двойной черный кост в монокости, и это очень неплохо для нас. 4 копии Аяры первой в Лактвейне за 3 маны 2-3. Каждый раз, когда она или другое существо под нашим контролем выходит на поле битвы, мы гейним хит. Оппонент теряет хит. А за тап мы жертвуем другое существо, черное, и дроваем карточку. 2 копии Луруса будут служить нам усилением Devotion на 2 черных, плюс будут нам таскать наши карты вот с этим монокостом из кладбища. 2 копии Бастион Воспоминаний. Каждый раз, когда другое наше существо умирает, оппонент лузает хит, а мы гейним хит. И когда он выходит в игру, то делает нам существо 1-1 белый человек-солдат. Далее 2 копии Зова Обитателя Смерти, который тоже будет нам служить реаниматором, но уже сможет таскать нам и Аяру, и Луруса с грейва при необходимости. 3 копии Пастыря Кошмаров. Каждый раз, когда другое не являющееся фишкой существо под нашим контролем умирает, мы можем изгнать его и вместо этого создать его фишку, которая является его полной копией, а при этом она является 1-1 и дополнительно получает подтип Кошмар. И 4 копии, естественно, серого торговца из Асфадели за 5 маны 2-4. Когда он выходит на поле битвы, каждый оппонент теряет X жизни, а мы гением X жизни, где X это преданность черному. И 23 земли, включая 3 замка Лактвейна. Вот такая, ребята, у нас на сегодня колода на обзоре. Да, вчера был моно-белый ангел, сегодня у нас моно-черный Devotion. Ставьте свои лайки, подписывайтесь на канал обязательно, оставляйте комментарии и нажимайте в колокольчик, чтобы не пропустить следующий выпуск. Ну и погнали тестить. Итак, друзья, выбираем себе колоду. Это будет Black Devotion. Да. А, я не сказал про сайт. Ну, сайт вы увидите по ходу пьесы. Надеюсь, что сейчас никаких лагов у нас не будет. Потому что у меня там на мой второй канал грузится видео в этот момент. Не успеваю все одновременно делать. Нужно, ну как-то, нужно, чтобы все одновременно что-то делалось. Значит, так жизни не хватит. И да, кстати, мы первым ходим, супер. У меня есть объявление для вас, ребята. Дело в том, что с сегодняшнего дня я прекращаю прием заявок на видео до выхода М21. Если вы хотите что-то заказать на М21, вы можете задонатить, и я обязательно написать, какую колоду бы вы хотели, или с какой карты, и я обязательно постараюсь для вас ее в самые короткие сроки собрать. Давайте первый ход, естественно. Ну, типа давайте попробуем. Не самая лучшая рука, не хватает нам первых дропов. Ну, есть мастеровый, что, в принципе, бы критично, наверное. Посмотрим, что нам дальше придет. Надеюсь, это будет не земля. Тимарет, кстати, неплохой. Давайте поставим сначала Тимарет. Ну, какая рожа. Вот Тимарет. Мне нравится, что у Дакса рожа Тимарета на руке. В качестве щита.
Окей. 2-2 пока. Че, мы сейчас Луруса отгнем? Будем просто на 3 пороть, так какая агровая составляющая просто будет напросто. Печка, кстати, неплохая. Давайте. Атака. Далее. Так, ну землю мы поставили. Ну давайте Луруса. Почему нет? Собственно. И ход. То есть мы сейчас что можем сделать? Мы можем поставить мастерового, им начать жертвовать и Лурусом возвращать. То есть можем сделать так. В принципе, да? Давайте, наверное, попробуем поставить мастерового. Что понятно, ничего не делает нам. Даже не контрит. Может сейчас контрит. Когда такой спор. Да, пофигу. Вообще на изи, бро. Атака на 5. Ходи. Угу. Давайте что, наверное, давайте. Давайте для начала в атаку сходим. Давайте, наверное, сходим вот этим. И Лурусом. Акулий тайфун на 2. Ну, ладно. Да. 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 Да, без проблем. Лавина 6. Ходи. Ну и все. То есть я не вижу больше тут вариантов никаких, как вы считаете? Давайте выберем 5. Давайте автооплата. Пожертвуем. Давайте найдем себе торговца. Лови. Давайте ко второй игре. Блин, мастеров вообще шикарно просто. Так, смотрите, что у нас в сайде есть. Во-первых, есть ремувал инстантный. Во-вторых, есть заразная хватка, тоже ремувал против синих или зеленых. Есть дискард. Есть вот такой вот хрен. И он на самом деле очень хорош, если мы играем против какой-нибудь деки, который не может его убить. То есть против монореда, допустим. Но не против монореда, а против, допустим, Тимур рекламации. Но именно... Вот, если выбирать между ним и Регизавром, я бы лучше выбрал Регизавра. Но такой деклист. А еще ремувал. Бумеранг, в принципе, четкая, жуткий зверинец неплохой. Давайте мы сейчас себе захреначим ремувала и дискарда. Просто по самой не балуйся. И подумаем, что убрать. Во-первых, я думаю, что мы уберем одного тимарета. Во-вторых, я думаю, то, что мы уберем пастыря. Может быть, даже всех тут надо смотреть. Ну, однозначно. Вот это вот уберем, однозначно бастионы уберем. Так. Может быть, даже кота с печкой по единичке. Вот так вот. Давайте так попробуем. Посмотрим, что будет. Посмотрим, что будет. Это в первую игру мы прямо бодренько отошли. Пент, конечно, еще совершил ошибку, то, что по контуру, не то, что надо, но... Ой, какая тяжкая рука. Это мулиган 100%. Так лучше. Угу. Да. Смотри, сейчас моряк призрачный вылезет. Я вангую. Ну чё? Хм. Как легко читать действия оппонента. Да? Чё там? Что, хочешь вот так сходить? Ну иди. Давай. Не стесняйся. А, вот так вот. Окей. Ну, к сожалению, Луруса мы не поставим. А оппонент будет забирать карты сейчас. Нам нужен ремувал. Блин. Фигово наши дела. Мы никакого экшона не делаем. К сожалению. Очень-очень-очень фигово наши дела сейчас. Угу. Ну, как бы глупо было мульганить такую руку до 5. Я еще так считаю. Давайте атака.
Окей, давайте попробуем Луруса воткнуть. Нельзя Луруса, окей, ладно. Да. Сейчас просто, что бы мы ни ставили, нам будет это все контрить, поэтому... Угу. Давайте атака все еще. Что вообще волк сейчас вылезет? Как вылезет, как вылезет. Да. Давайте. Пастыря пробуем. Оба-на. Может, там его сейчас побаунсит? Не, волчара. Окей. Угу. Ничего еще не будет делать. А, пойдет в атаку. Ладно. Я не прочь. Там ни ремувала, ни дискарта. Одни земли идут. Давайте пробуем Луруса тогда. В таком случае. Ну да, давайте. Давайте следующую. Что-то прямо раздача, конечно, ужасная. Отвратительная. Ужасно отвратительная раздача. Давайте так и оставим. Давайте так и оставим. Может, единственное, вернуть зов обитателей. Нет, давайте так попробуем покипать. Сейчас просто столько ремувала и столько всего, что должно все нормально быть. Не понимаю. Что за заход такой? Идиотский. Ну, попробуем. В любом случае. Вообще, все, что нужно, это дискард и ремувал инстантный. Все. То есть, оппонент достаточно маленький, как бы сказать, маленький размах деки. Давайте первыми будем ходить. На, еще хуже, ладно. Хоть ремувал есть, хоть есть. Чем убить какой-нибудь там спрута или волка, или еще что-нибудь в этом роде. Че думаешь, друг? Окей, погнали. Ну или, по крайней мере, мы сможем подобираться замком. Ага, видите, да? Нету, нету, ни нифига. Что думаешь? Ага. Я тебя понял. Че, Аяру контрим? Не, не контрим. Это хорошо. Угу. Моряк, да? Ну, сейчас, может быть, возможно, спрут прилетит. В моряка. Да? Будет спрут? Не, не будет. Это хорошо. О, Лурус неплохой. Давайте в атаку. Хочется сейчас Луруса попытаться сыграть. Далее. Окей, ходи. Потом постараемся Луруса сыграть. Да, земля. Пас. Я бы, не знаю, если он ничего не сыграл, но мог бы подорвать карту. Пас-пас. Да. Мой ход. О, торговец еще один. Давайте атак. Далее. Я хочу, чтобы он что-нибудь сыграл. Ходи. Он даже не дробится. Да. Пас. 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 Мой ход. Прикольно. Так, у нас есть 4, 5, 6 маны, да? Давайте вот так. Далее. Продолжаем пороть, да? Судя по всему. Там полная рука контры, что ли, я понять не могу. Давайте Луруса постараемся поставить. Мистик нормальный, да, чувак. Да, ладно, мистик. Конечно. Давайте тогда попробуем поставить мастерового. Норм. Нам сейчас землю тут. Да, на один.
О, он не пошел с мистиком, это странно. Ладно. Давайте попробуем поставить торговца. Вот хочу попробовать поставить торговца. И ползайте 7 хп. Колдовской спор. Ну ладно. А, ну... Ходи, наверное. Угу. Я все жду, когда там волчара придет, но что-то не приходит, оппонент не дробуется моряком вообще. У каждого свои, конечно, заморочки. Да ходи, ходи вот так. Моряком упоришь. За 18 ходов, нет? Нифига, да? Давайте попробуем еще раз торговца. Угу. Теперь уже диверсия, да? Ну ладно. Че, кого мы можем все за 2 маны найти? Никого, да? Ну тогда давайте ход просто. О, сейчас что-то будет. Сейчас, смотрите, что-то будет жесткое. Он все-таки решил потроваться. А, ладно. Да. Кстати, я уже могу начать ходить мастеровым, да, вот так. И терять все способности. Может, мне его пожертвовать? Нафиг он такой нужен? Но я его успею пожертвовать, окей, ладно. А, я тебя понял. Далее. На один, да? Хорошо. Давай, пас. Давайте попробуем убить все-таки мистика. Еще мистик. Ну, давайте тогда уничтожим мастерового. Скорпиончик, кстати, неплохой. Такой вот интересненький. Да? Давайте скорпион. Ползай хп. Давайте подробимся. Ползаем хп. Да что ж ты будешь делать? Капец, как крючит эту деку. Ну, ходи. Ой, флудит. Это уже 10-я земля. Жесть. 13-я земля, ну и 30 неземельных карт. Ладно, ходи. Да? Бывает такое. Да, пас. Мой ход. Давайте пожертвуем скорпиона. Берем карту, тебе 2, мне 2. Серьезная карта. Еще серьезнее. Ну давайте, питомец. Хочешь питомец? Хочешь его поконтрить? Жесть, ты просто злодей. Ты просто злодей. Ну давайте, пастырь. Три, четыре. Подробую карту, может там что-нибудь будет. Ладно. Что-то нифига, да? Окей. Ну и давайте... Давайте подробуемся. Может там будет что-нибудь за одну ману? Фу. Окей, ходи. Если у оппонента нет сейчас контры, а у него явно ее нет, то мы, возможно, сейчас в порце выиграем нафиг. Так, земля, ну ход, ничего, да? Давайте попробуем, что нам стоит. А, ну все. Хорошая партия. Окей. Первая игра за нами.
Ну слушайте, ну круто же. Мне нравится. Вообще, кстати, это редко такое. Я замечал, чтобы моно Black Devotion обскакал контроль. Прям это, ну, очень тяжко. Тем более, что нам из сайдборда за две игры пришла одна карта. Сколько мы их посадили, да? Ну, давайте следующую. Давайте следующую, ребятки. И да, не забывайте, кстати, подписываться на канал. Не забывайте про лайки. И про комментарии обязательно. Я все комментарии читаю, мне очень интересно. Что-то долго, если честно, ищутся оппоненты. Неужели так мало желающих пофармить голды перед выходом нового сета? Неужели все донатят в игру? Да, кстати, ребята, хотел поблагодарить всех друзей, вас, кто помогает каналу денежкой. Мне очень-очень приятно. Как только выйдет сет, я сразу смогу купить себе какое-то определенное количество карт. И с их помощью начать дальше порабощать мету и строить для вас новые деки. Ой, какая паршивая рука старта. Поинт ходит первым. Он смулиганился. Давайте тоже смулиганим. Ёперный театр. Что-то прям вообще никак, да? Что-то прямо вообще никак. Ладно. Давайте, наверное, пока уберем Тимарета. Вот это мне нравится такая рука, с условием того, что пастырь кошмара будет. То есть это много дамага на самом деле. О, неплохо. Давайте, скорпешка. И ход. То есть такая рука с пастырем кошмаров, это. Ну, это зло. Давайте так. Паник. Давайте, скорпион. Давайте, киса. И ход. Вот сейчас раздача похожа на Абоша, которым я играл. Моноблэк Абоша. Был видосик. Он, кстати, зашел на канале, я понял, так что вам понравилось. Спасибо. За то, что оценили его лайками. Много было лайков. У-у-у. Атака. На 3. Давайте, киса. Я смогу сейчас тебе найти что-нибудь, да, за 2. Еще одного мастерового, например. Вот это будет зло. Если его сейчас не убьют. Ну, даже если убьют, блин. Ну ладно. Луруса найдем, вернем мастерового в игру. Ничего страшного. Да, что-то нашел, может, третий цвет? Да так стремительно, да, третий цвет. Окей, султай. Да, урочка. Урочка, урочка. Да. О, еще одну нашел третьего цвета. Окей. Фу. Давайте. Пастырь кошмаров. Давайте вот так. Если даже мы какую-нибудь землю подроваем, то мы все равно сможем подроваться. Это бесплатно, это нормально. Единственное то, что сейчас нам можно прилететь, это Casualty of War. И меня это не сильно радует. Да. Вот она, кстати, да, есть. На грейв ушла одна штука. И Крайзис ушел, неплохо. Мне нравится. Что дать в атаку? Раз, два, три, четыре. Сейчас ура встанет, конечно. Это не очень хорошо для нас. Ага, два. Да, да. Изгнать карту. Да, конечно. Я вот думаю, подроваться или поставить кысу. Давайте кысочка. И ход. Сейчас уйдет ура, погинет 3 хита, поинт будет в 11. А интересно, пойдет ли он в атаку всадником? Ну как бы это, наверное, будет глупо. Я бы не ходил. Ну то, что он сейчас поизгоняет, поставит уру, это однозначно. И пытается что-нибудь себе надровать.
Интересно, если он будет играть штуку за 4 маны, которая экзайлит всех. То он выберет чет или нечет. Если нечет, то выберет всех, но и нам всех. По сути. Да, Анис. Окей. Да. Все, в атаку нет. Бэйби. Давайте в атаку всеми. Вообще всеми. Вот этими четырьмя. Давайте в атаку. В атаку. Да, под кису. Да, под кису. Скорпиона никто, да, не захотел вставать. Под скорпиона, нормально. Мне нравится. Сейчас нужна земля. Капец просто, как нужна земля, это все. Когда будет автовин. Ну, сейчас трипа генит. Осуществить действие. Осуществить действие. Трипа генит. Осуществить действие. И будет в 7, да? Это мы запросто убиваем, ладно. Ха-ди. Блин, нифига себе, мы кипнули с одной стартовой землей в руке. Такой оралый. Фак. Ладно. Фак. Фак. Сейчас земля. Земля это 100% блокер, да? Блин. Два дамага нам не хватит. Чувствую. Как раз эти, что были в его моностоимости. Вот надо было это в апкипе делать. Дурачина. Дурашка. Дурашка. Ага. Поднял землю. Ты хоть поднимай какой-нибудь, который тебе не критичен. Это же дает две зеленых. Ладно, пас. Что так и будет? Так и всеми вообще, да? Ну да. А да, конечно. Еще и подробуется, что-то подробуется, коварная. Ну да, на 12, типа. О, ну нет блоков. Пас. Хоть бы там ничего не было, мой ход. Давайте, земля, надо подробовать землю. Срочно. А, это не то. Это тоже. О, ну по крайней мере это нас держит. Ладно, давайте Аяру поставим. По крайней мере Аяра нас будет держать немножко. Поможет. Так. Ну и ходи. Будем ставить, значит, скорпиона в блок. Две маны. Что там? Акулий тайфун, что ли, намного? Акулий тайфун намного, походу. На 9. Ну да, хреново наше дело. А, не задробали одну землю. Блин, из-за этого сейчас сольем. Разве это по-честному? Да, в апкипе еще. Вот это правильно. Или не в апкипе? А не в апкипе, все нормально. Да почему не угорело, как будто это комбат-фаза? Урочка. Так, 9. Надо как-то блокировать, я не знаю даже. Это вообще, ну, как бы, не камильфо. Ага, он не идет всадником. А, нет, пошел всадником. Двенадцать. Ну тут мы уже, конечно, не затащим. Все. К сожалению. Давайте будем сайдиться. Так. Во-первых, вот такая ерунда. Во-вторых, в принципе, можно положить жуткий зверинец. Почему нет? В-третьих, всадник. И дискард. Массово. Так что мы будем убирать? А я думаю, что кошки нас ни к чему хорошему не приведут. Скорпиона тоже. Наверное, будет слишком медленно. Давайте одного уберем.
Тиморет очень хороший, на самом деле, но одного стоит убрать, я думаю. Так, дальше. Ну, бастионы воспоминаний вообще никуда. И я думаю, что... Так, одного берем торговца. Одну Аяру, вот так вот. Попробуем так поиграть. Не знаю, получится у нас, не получится. В принципе, мы играем против одной из самых лучших дек на сегодня. В стандарте. Я сам такое играю в рейтинге, поэтому знаю, о чем говорю. Не только в рейтинге, сейчас в турнирах в основном. Так, первый ход. Ну ладно, давайте попробуем. В принципе, норм. Ходи. То есть Тиморет второй ход, третий Лурус. Запросто, на изи. Ой. Давайте, Тиморет. Еще первый дроп, и зверинец вообще просто шикарно смотрится. Ага. Давайте, Лурус. Из логова грез. Давайте атака. Вот вам. Ходи. Да, спиралька. Угу, трём, да. Ну, то есть, такой колоде сейчас не стыдно будет проиграть абсолютно. Мы однозначно не играем колоды тир 1, тир 1.5-2 максимум. Да. Деяние. Без бед рук. Давайте Лурус. Давайте атака. Давайте спира роста, да, ход передадим. Сейчас, кстати, может вылезти какая-нибудь хрень, типа всадник. А, ну я надеялся, что Ниса, точнее, боялся, что Ниса вылезет. Но она не вылезла. Casualty of War, да, нам убивать-то особо нечего. Точнее, его-то точно я убивать не буду. Да, без Б. О, неплохо. Что есть? Ха-ха, прикольно. Эти жертву войны уберем тогда. Да, мне тоже нравится. У меня все равно есть вариант. Так что не парься, бро. Эти замок поставим. И ход. Ну что, есть варики? Думает, оппонент думает, что делать. Так. Если он сразу не перешел к фазе атаки, значит у него что-то есть на руке, что он может сейчас сыграть. Я думаю, что он Casualty of War подровал, потому что думает, что убить нет. Ну ладно, так. Давайте тогда пожертвуем Тиморет. Автоплата. Подтвердить. 3-3. Давайте выберем себе пастыря кошмаров в игру. Ну и ходи. А, он решил это убить, пастыря кошмаров. Да, без проблем. Че, еще и Луруса хочешь убить моего? Нет блоков. Нету? Да. Ой, ритуал Саш. Печалька. Ну ладно. Ай-яй. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Кого хочешь, выбирай. Готово. Да, мне тоже нравится. Как он так дробит хорошо? Три земли боя, просто идеальные топ-деки, а? Что это такое? Как играть против идеальных топ-деков? Ну чё, чё-то нечет? Чё-то. Ну ладно, хрен с тобой. А, нет блоков. Да, на 5. Окей. Окей, бро, no problem. На 3? Погенились, ходи.
Так-то меня быстро не допоришь, конечно. А хорошо хоть. Хоть так. Пас. Мой ход. Ну, давай тогда. Будем смотреть, что есть. Что, поскрается, думаешь? Правильно думаешь. Ай. Ай. Что такое? Что-то ни хрена не идет. Ты смотри-ка. Ладно. А мы сейчас можем, в принципе, две карты поэкзайлить. Ну, ходи. Да. Две на ботом. Фига себе. А, я что-то по кипе-то не... Аура. 9 карт там. Что там? Двух целевых карт. Давайте изгонять. Значит, раз, два. Ну, как бы нам это не поможет никоим образом. Ура все равно встанет. Но тем не менее... Можно было Уру, конечно, изгнать. Но не, мы бы не смогли его изгнать. То есть вот если сейчас нам придет ремувал, там мы сможем изгнать Уру. То Ура мне закрывает полэкрана, не вижу. А, да, он сможет его все-таки разыграть еще раз. Ну ладно. Сейчас снова сыграет. Подлинно. Да, Ура. Играть торговца или не играть торговца? Ну ладно. Аяра. Так. В принципе, слушайте, Аяра неплохая. Давайте Аяра. И ходи. Вот нам бы еще одну такую. Замок в апкипе. Две на топ, окей. Сейчас их две и подробую, это еще туру. Блин, сложно играть против этой деки. Конечно, у нее очень много вариантов и ответов на все. Да пофигу. А, даже не так. 11. Ладно. Всадник, да? Окей. Что там, вымирание, тайфун, да? Без Б. Угу. Так. Что сделать? Попробуем подробоваться. Вот и моя зая. Подтвердить. Ну ты думал. Осуществить. Давайте, Тимарета. Осуществить. Понька. Фу, что это было вообще? Жесть какая-то. Ладно, давайте дальше. Фу, это было просто жесть жесткая. Это была просто жесткая жесть, ребята. Вообще даже. Ни слова за, ни против, ни слова против. Ну давайте третий. Я ж просто вот вспотел. Окей. А что-то никакого грейфхейта-то нету особо. Окей. Хорошая рука. Да.
Давайте, Скорпион. Наконец-то, первый раз, блин, нормально рука пришла, стартовая. Сейчас что-нибудь отгоним. Нафиг. Да. И душу фонарь направляющий, окей. Угу. Что есть, покеш. Может, Ура затесался. Ой, правда, слушайте. Чё, так, наверное? Хади. Ну, знаете, что, я просто буду вот так ходить. Даже париться не буду. Хади. Подрался, да. Так стало чуть проще. Все равно вот эта как бы меня карта напрягает очень сильно. Прям очень сильно напрягает. Прям вообще капитально напрягает. Даже не представляете, насколько. То есть и даже несмотря на то, что как бы оппонент сейчас тот-то тормоз за землей, да, я не могу нормально ничего делать. Атака. Далее. То есть я могу сейчас просто подрываться на 6, потерять хп. Надеяться, что там что-нибудь нормальное придет, потому что он просто перебор какой-то по землю. А у оппонента пришла мана для Нисы. Это все. Это просто хана. А, такое себе. Если он тем более трем поднимет, то у него будет мана на бессердечное деяние и... Хотя мы уже ничего не сделаем. Это будет пока-пока. Не, не поднял трем, окей. Да. Как бы, наверное, неплохо, да? Ну, я думаю, что на самом деле мы тут ничего не сделаем. Смотрите, что мы сейчас можем поставить? Можем поставить пастыря. Ну и что толку, да? Он умирает от бессердечного деяния. Можем поставить Аяру. Она умирает от бессердечного деяния. Можем поставить питомца, тут все просто. Или Луруса, тут все просто вычистится рем Карнариума. Поэтому вот эта рука, плюс он, тут Ниса, наш, атака на 6. Сори, бро. Но... У тебя пришло лучше, чем у меня. Точнее, мне пришло хорошо, у тебя пришло отлично. Такое тоже бывает, мальчики. От этого никто не застрахован. Давайте дальше. Давайте еще одну сыграем партию. Посмотрим, сможем ли мы вообще выиграть. Да, гибельное поле. Я тебе говорю, Mono Black Devotion — это хорошая дека. Только, как сказать, только она не тир 1, а тир 1.5, тир 2. То есть она может, в принципе, тягаться, но рассчитывать на баснословные там суперские результаты ей не стоит. Но дека, в принципе, неплохая, да. Я поспорил бы над сборкой, потому что, допустим, я положил трех мастеровых, но подписчик сказал, что у него только 2. Ну, блин, такое тоже бывает, поэтому играем двумя. Думаю, 3 бы смотрелось круче. Блин, тоже только одна земля, ну, зато вот это вот сочетание меня радует. Котопечка. Давай, Скорпион, неужели снова Султай контроль, блин. Честно, задолбали Султай контроли. Абсолютно подзадолбали. Когда играешь против них, естественно. Когда играешь сам Султай контролем, вообще пофигу на все. Ну, атака на один. Ага, ходи. Можно было печку поставить, чтобы жертвовать. Точно нам как скажут вымирание. Нет, нормально все. Ладно, атака на 2. Стану, что урка еще не вылез. Ну давай, скорпешка. Акулий тайфун, окей. Без Б. Без Б, бром. Давайте, питомцы. Давайте, печка. И ход. Да, конечно, первый ланд... второй ландроп пропустили, но это было ожидаемо. Более чем. Земля? Да? Че, пас? Атака? Провоцируешь меня на атаку, нет?
Окей. Давайте пожертвуем котейку. Ага. Давайте поставим котейку. Ага. Вот такие техники игры, как сейчас против оппонента, они плохо работают. Знаете почему? Потому что у оппонента есть чем гениться. Если вот у оппонента нет чем гениться в деке, то наша дека становится очень хорошей. Когда есть чем гениться, то, блин, то становится очень плохой. А, ходи. Угу. Поциклил триом, да. То есть, ну как сказать, да, так вот все. Где мой ход? Земелька, неплохо. Давайте вот так. Нечестивым мастеровым. Далее. На три хочу. Ладно. Да. Фига себе, он мощный. Так. Ты же понимаешь, да, что что-то тут не то. Окей, Аяра. Ходи. Что-то надо убивать, да? А, явление. Ну да, к сожалению. А что делать? Побился, зато нифигово. Хорошая, кстати, карта. И давно не играли. Давно не видел, чтобы играли. Пас. Давайте вернем. Котеечку. Да. О, бастион, кстати, неплохой очень даже. Вот именно в данной ситуации он просто очень хороший. Ходи. С момента явно сейчас что-то нужно убить у нас. Вот так вот он задумал. Давайте пожертвуем питомца. Подтвердить. Она захочет убить Аяру. А, неправильно я сделал. Да. Да. Неправильно я сделал. Ладно. Надо было жертвовать кота, а человека-солдата. Блин, время уже просто пол 12 ночи, и плохо соображаю уже. Ну хорошо. Ну да, логично. Пас. Ну, нет блоков. Абсолютно. Продолжать творить непотребство свои. Да. Давайте. Котеечка. Угу. Немножко, я бы сказал, нетрадиционный билд. Хотя, вроде все есть, что нужно для счастья. Акули Тайфуна 2. Ну ладно, это третий, что ли? Походу. Что-то отчаянный чувак. Ладно, ходи. Спиралька, да? Добор карты. Это не спиралька, это добор карты. Дека. По сути, циклинг. Угу. Типас. Акулка пойдет в атаку. Не, не пойдет. Печально. Ну давайте мой ход, да, давайте там кота пожертвуем, не знаю. Получишь хит. Даже два. Шок в лицо. По сути, это шок в лицо.
Не хватает, знаете чего, черных лучей в сайдборде. Вот прямо три штуки. Угу. А, даже ты три получишь. Болт в лицо. Тиморец. Уже какой тиморец по счету? Ё-моё. Ну давайте тиморет, ладно. Пробует тиморет зайти. Бенда просто что, какие варианты, если у него есть вариант с замком. Там подорваться, да? Ползать 2 хп. А, он еще окулит их, на 5 уже. Ну ладно. Четвертый какой-то тайфун. Есть контакт. Ползай хит. О, смотрите, если я сейчас это жертвую. То... Убиваю, не убиваю, вот так вот. Давайте посчитаем. Ладно, следующий ход убьем. Ходи. Если сейчас нас не убьют, то мы убьем следующий ход, наверное. Постараемся. Так, 2 маны. 3, 4, 5. Ой, очень много маны. Может, Кразис? Скорее всего. Скорее всего, Кразис на 8. 4 хп. Не страшно. Ну, страшно, конечно, но не очень. Да, Кразис. Конечно. 4 карты забрал. На 8. Такие флайеры большие. Окей. Земля. Что-нибудь еще? Атака. Ну ладно. На 5. Не критично пока. Мой ход. Давайте. Кота. Добрали карту. Давайте пожертвуем вот этого вот. Давайте вернем кота. Еще 2 хп. Не убили бы, да. Так, что теперь? Как нам убить эту какаху? А, ну мы убиваем. Все. Давайте пожертвуем тимарета, допустим. Доберем карточку. Угу. Поставим печку. Ну все, на 3. На 6. Да. Окей, первое за нами. Что делать? Для начала я думаю вот так. На самом деле, думаю, стоит спасаться, как в прошлой игре. Единственное то, что, конечно, акулы немножко меня напрягают. Знаете, без этих. Так, чё мы будем... Я думаю, что если на самом деле с бастионом у нас второй раз не прокатит. Никто нам этого не позволит. Так. Давайте вот так, наверное. Лурус. Не. Так, попробуем. Тут больше ремувала против тяжелых его крич. Его крич особо не восстанавливаются. Плохая рука. Нормальная рука. Это на ботом. Но я думаю, что тут у нас тоже не камильфо. То, что мы выиграли первую игру, это была какая-то просто случайность. Случайная случайность. Окей. Угу, дискард ушел. Да. Ну и ход. Урочка, да? Не хватает мне черных лучей, ребята. Вообще просто. Черные лучи просто обязаны быть в нынешней мете. Ай. Это прям больно было. Это прям как пощечина. Кразис на один. Да? Конечно. Угу. Ну и ход.
Может быть, сейчас там даже низ выскочит. Такое запросто может быть, хотя. Ну ладно. Одну карту, на одну карту за 6 маны. Ты прям дерзкий какой-то очень. Ладно. Даже ничего делать не буду, вот честно. Просто ползает 2. Я погибну 2. Ну как бы, в основном баланс. Да, спираль. Да, поставил землю. Что тут уже 4 вместе с Урой. Полегчало? Нет? Ну давай, 2. Ну давай тогда и тебя на 2. Можно? Еее. Ну и ходи. Неплохо было бы, кстати, сейчас подробовать землю дробовую еще. Ай. Это прям боль. Прям боль, ребята. Ну как бы Ура, все дела. Решает. Да. Там тайфун уже готовится большой. И жирный. Сейчас прям вообще какой-то безбашенный оппонент у нас. Крайс на 6. Да. Да. Вот этого можно и убить, в принципе. Ну чё? Всё, да? Ну ладно. Давайте в атаку. Пускан обоих крайсов поэкзайлит с Грейва. Не, не хочешь. Ну ладно, ходи. Спираль роста, да. И вот сейчас пойдет Уро. Великий, могучий, ужасный. Уро. Угу. Да, он выбрал. Копает Грейв, копает Грейв. Ага. Да? Это можно. Можешь землю поставить теперь, дружище. Есть земля. Окей. Дальше. Атака. Есть атака. Спокойно. Ну ладно. Хочу убить. Что скажешь? А, в стеке ты моего убьешь. Ладно. И еще спираль роста сыграешь. Хорошо. На земле много не бывает, как известно. Давайте поставим. Давайте в атаку. Че, может теперь уже сдашь крайс, нет? Какой упорный крайс, ладно. Ходи. Че-то как-то вообще, да, не то. Че ж там интересно такое-то у него? Че, крайс, что ли, еще третий? Да, и можно, в принципе, сушить весла, у нас вообще отвечать нечем. И просто начинаем следующую игру, да, давайте так и сделаем. Ну, блин, да, запороли нас крайсы. В принципе, можно, наверное, и за кошмаром попробовать поиграть. Если вдруг оппонента ничего нету, да? Кошмар, кстати, неплохой. Не знаете что, давайте попробуем, как в первый раз. Вот как выиграли. Хотя, блин. Луруса уберем. Хм. Чё порезать-то, чё порезать? Тянуть Марета.
Да. Главное потрогать третью землю и дальше. И все, будет ништяк. Кота, ходи. Тиморет. Пороть. Ход. О, сейчас может быть нам прилетит. Нет. Я боялся, дискард прилетит. Ну, не, нормально все. Вроде. Вроде все чин по чину. Сейчас может матримуа прилететь. Атака на 3. Ходи. Сейчас, наверное, на яра не будем тапаться. Подождем. Ура. Да. Ладно, нам сейчас надо 2 земли. 2 земли, 2 земли. Это много или мало? Блин. Далее. Атака. Чё там у нас? 2? Ладно, ходи. Угу. 5-я земля. Вопрос, да, вот как бы убирать уровень, убирать, но я думаю убирать, конечно. Третье, эти стеки, ну тебя нахер. Ну честно, иди нахер. Копи на урон дальше. А земли-то нету, слушайте. Дополнительный. Ха. Фига себе. Вот это заявка. Сейчас думаю, что-то надо убить. В стеке. Убьем кошару. Да? Давайте. Что страшно, если не случится. О, бастиончик. Земля. Фак. Давайте, бастион. Атака на 2. И ход. Что у нас на игре есть? О, Ниса. Нис это жестко. Нис это жопа, так скажем. Блок. Чпоник. Земля, yes. Давайте, пастырь. И ходи. Сейчас, кстати, может и Крайс большой прилететь, да, на 7. А даже на 1, на 9. Вообще жопа будет. Ну ничего, мы пока справляемся. Мы выживем. Я верю в это. Мы должны выжить. О, спать охота вообще, капец. Чё-то совсем маленький кризис. Ну ладно. Типа ладно. Земля. Чё, он дрова римовал? Неизвестно. Ну ладно. Чё, есть? Есть римовал. Я чувствую, он есть. Я жопой чувствую, что есть римбово. Ну давай, давай, давай. Плохо. Но терпимо. Да. Даже не знаю теперь как. Ух ты, ёжик. Блин. Чуть не уронил чашку. Ну давайте. Еще один пастырь. Да.
Что, терпим пока? Терпим пока боль. Могу воришка вернул нам этого. Ну, ладно. Ходи. Ну тут все, наверное. Это был четкий топ дек. Там вот тут все. Ну что, ребята, вы сами все видели, что при нормальном заходе нам может очень хорошо. Мы можем реально выиграть при, ну, хреновом заходе, собственно. С чего и ожидалось. Плюс мы играли дважды против лучшей на сегодняшний день деки, по моему мнению. Да и не только по моему мнению. Очень, очень крутой султай сейчас. А, давайте берем приз. Ставьте обязательно лайки, подписывайтесь на канал, ставьте комментарии. Ну и удачи!